Здравствуйте, ребята! Сегодня в нашей волшебной мастерской мы изготовим аппликацию в технике торцевания. Мы изготовим вот такого замечательного фламинго. Для этого нам понадобится картонная заготовка, дощечка, пластилин, фломастеры и креп-бумага, нарезанная на квадратики. Заранее я размяла пластилин. Мы поделим его на две части. Отщипнем небольшой кусочек пластилина для нашей шеи. Остальной кусочек мы разминаем и катаем в шар. Далее мы кладем на нашу основу и прижимаем пальчиками. Формируем продолговатое туловище. Наше туловище готово. Берем бумагу и простой карандаш. Ставим простой карандаш на середину листика. Зажимаем со всех сторон и прокручиваем. У нас получается торцовка. Торцовку мы вставляем в пластилин, прижимаем и убираем карандаш. И так мы заполняем всю область нашего фламинго. Старайтесь ставить торцовочки близко друг к другу и не пропускать места. Фламинго красивая птица, грациозная. Эта поделка готовится достаточно быстро. Она получается объемный, красивый. Итак, оперение готово. Теперь мы берем оставшийся кусок пластилина и катаем колбаской. Шея у фламинго изящная. Мы ее сгибаем латинской буквой S. И придавливаем пальцами. Наша шея готова. Теперь возьмем фломастер и нарисуем клюв нашему фламинго. Фломастер берем черного цвета. По желанию можно нарисовать глазик. Дальше мы рисуем ноги, длинные, красивые. И не забываем про лапки. Теперь мы берем синий фломастер и рисуем воду. Далее возьмем зеленый фломастер и нарисуем веточки. А на веточках, конечно же, не забываем нарисовать красивые листья. Вот такая аппликация у нас получилась. У вас, надеюсь, получится лучше. Спасибо за внимание. До свидания.